Вот, возит. Ну что, правильно, неправильно? Ну, загрузить. Сейчас по оленице там свободно. Вот, а сначала здесь завалить все, а потом дальше. Угу. Чурки, я думаю, вот на эту сторону кидать надо. Сюда? Конечно. Он самосвалом не работает? Нет. Ну давай, пускай. Это то, что наколотили, вот здесь убирали. Чтоб шарик не доставал. Во. Хорош. Надо было сюда немножко. Почему? Потом еще будут? Чтоб скидывать. А, чёрт. Ну ладно, скидывайте туда. За сколько привезли? Вот. На распил. На распил куда? Сюда или туда тоже? Длинные которые? Да. Ну, наверное, вплотную к этой. Сюда? Ну, да. Козлика там убери, чтобы не разбилось. Козла отведи в сторону. А? Козлики, чтобы не разбились, отодвинь. Кошка-то выхлопные газы, она не может никак понять, что такое. Буска испугалась выхлопных газов. Пробовала пройти, а они там бьют газы-то, а она назад. Вот тебе такое дело, техника-то, изучать надо. О, правильно. Мы поленницу здесь сделаем. Только буску не подпускай рядом. Буску смотри, чтобы не подошла. Надо переехать сейчас. Ну переехай. Видишь, она идет. Загони ее куда-нибудь. В комнату затащи. Да ты ловить не умеешь, шариков. Тащи в комнату ее, открой там в комнату и закрой. Во. А тут это, полумертвая. Быстрее туда, раз. Все. Оттуда она не выйдет. Обеда-то не пора. Ну давай. Никита за рулем. Вот такое в раз дело. Никиту, говорит, очехвостили. А с него как сбылся вода. Выражение-то какие все. То до обеда 5 соток выбросили картошку, отвезли. Сейчас уже готовы щурки. Так, Володя, ты выбросал их на пол. Вот дрова у нас какие. Это дровокол. Пускай вот расколют. А то прямые сосновые. Прямые сосновые, это легко колоть. Это все пилить тут еще будет, а пила у Володи сломалась. Бросай все!
Во! Вот как делают. Уходи! О! Аж под ногами затряслось. Это все, ребята, будут колоть. Это только один трактор. А их сколько еще будет? Вот так. Все, Шарик, утащили твою конуру подальше. Мешаешься, значит. А вот я съездил круг на комбайне, как положено режиссеру. В простоте сердца помаячил, Терентий остановился, я залез в кабину и проехал далековато для велосипеда. Ветер еще встречный. Ну, уже все позади. Сходу вот подошел к братьям. Я тут и не нужен. Только мешался. Я ездил на поле. Круг на комбайне проехал. А? На комбайне был. С Терентием. Оттуда ехал немножко против ветра. Тяжеловато. Но это наполовину до березы, до этих, до болотцев. Вот так. Это все за кадром, это все бесплатно делается, все. Вот, а вот выше роста сколько на 2 метра, это вот... Листья все. Упавшая она сильно повредила наш сарай. Наклонила его. Ну, склад. Складские помещения. Вот так. Это все... Это вторая кладка, да? А? Ну... Она первая, берете-то? Нет, это третья уже. Третья? Там выбирали вы. О, неожиданность. Один-то не бери такие щурки толстые. Да, не. Я тут и не нужен совсем, мешаться только. Можете помочь? А что помочь? Да не, не надо. Зачем? Я только подойду, и он стал... Трактор-то махонький. Только стекло не выбейте, лучше не бросайте. Кладите где-то так, поближе. Вот так. И нагрузить. Еще не выбран. Это скворечник. Как раз напротив. Вот этот вот Володин дом. Бывший Калашников. А это скворечник, где я нахожусь. Вот тарелка, видать. По скайпу не говорю, дорого стоит. А, видимо, можно. Можно. Как жалуются, так у меня не приходится жаловаться. Соединение идет ну, 3 минуты. А дальше, после нажатия переключения, ну, уходит секунд 10, не больше. Так что я считаю, это неплохой результат. Вот тут. А та вот трава отросла, помяли все это. Ну, это Игоревы круги, скотинки. В деревне интересно жить, очень интересно. Вначале ничего не было, на корове возили, потом лошадку купили, телеги были, а сейчас телеги все не у дела. Тракторенок, два самосвала, второй, правда, еще не отремонтировали, а брали новый с завода. Так а ты положи ее, она не будет мешать. Да, ну длинновато прям, бок не движется. Смотри аккуратно. Ох, и это, очень боюсь за стекло.
Я тоже боюсь очень сильно. Ну туда не суй, просто потихонечку, потихоньку. Когда выбьешь, тогда уже разговаривать не о чем будет. Вот пень остался. Это наши сараи. Сараи, склады. Вот так. А дальше там вот столбы идут. Это бывший лагерь, бывший. Его нет. А это вот его как оазис. Деревья там, сады. И все имущество лагеря там. Строение имеется в виду, переданы в собственность деревни. Нашего уже там нету. Видишь, какие ребята таскают. Теперь по одной будут вытаскивать, это не самосвал. А потом каждую брать. Это независимый человек рождается. Не зависит, будет электричество, не будет. Вручную пила, попилили, высохло, затопили, уже не умер. Городской человек уязвимый по всякому делу, даже из-за туалета. Это и так понятно. Это вот Надежда Васильевна, ее тут. Мы называли парник, а теперь теплица зовут. Я руки трясутся. Это наша баня. Вернее, это склад показываю. Баня вот ближе, над Баската. Гараж. Синь. Ну и голубятня номер один. Мы дрова привезли. И вот я хочу сейчас показать поленница. Будет не такая вот, как у нас такая, а как я в горах видел. Там же угля нету. И они как пирамиды их делают, круглые. Как вот мечети. Или как грузинские храмы. И вода стекает у них, не мокнет. Видите, как хорошо в деревне. Все время человек движется. Вроде болеет. Все под ногами здесь. Кости там ноют. Листья хрена. Я показал сегодня. У нас поля просто, плантации хрена. Вот всегда здесь. И все забросили. В город жмутся. Деревню надо возрождать. Деревни. Ну сейчас бы, каждый год бы по 1000 деревень хотя бы. Вот так. По 1000. Не вернуть, конечно, фантастика. Но однако. Все, абсолютно все свое. Вот у нас здесь насос качает воду. К нему вот идет кабель. Все как надо. Бочка запасная на всякий пожарный, полная воды. Ну куда ни глянь, все, сами себе. Ни в магазин не ходим. Вот мы 3 месяца и ни разу не ходили. А зачем? Хлеб пекут сами. Муку можно маленькую мельницу иметь. Сейчас вот ячмень собирает. Я сегодня только на поле был. Пшеница будет. Горох. 6,5 рублей килограмм. Ну какая же цена? И сравните, какой в магазине. А остальное это довести до нужной кондиции. Это ничего не стоит зерно. Промолол его и начинай. Придумали там бездрожжевое, там стерлига все эту муть наводит. А сам ничего не делает. Всякие глупости выкидывает, безбожник. И церковь вся еретическая. Все, только он один нет. Поэтому в деревню надо не по рецепту какому-то, или стерлигово тем более, а с молитвой. Чтобы был священник православный, как у нас церковь. Вот сегодня у нас 6 сентября, а 16-го, через 10 дней, у нас престольный праздник в честь святого Анфима Никомидийского. На этот день святого почитайте. Это единственный за всю мировую историю был, который всю церковь возвел на небо. 32 тысячи человек были сожжены за 2 раза.
И вот это надо знать. И приезжает к нам митрополит Алтайский, Барнаульский, Сергий Иванников, Московского патриархата, со священниками, часто бывает со студентами, с этими семинаристами, с харистами, с секретарем. Вот. Игумен приезжает с диаконом. Хорошие отношения, хотя мы относимся по-прежнему к Русской Православной Зарубежной Церкви. Мы и так организованы под Елоном. Нам зачем что-то менять? Мы приняли акт о каноническом общении. Признаем благодатными все православные церкви, греческую, Московский патриархат. Поэтому мы считаем, что по-другому это заблуждение. Но у нас нет того, как у нас есть старообрядцы, нельзя ни молиться там вместе, нельзя там на занятиях, то есть нигде нету, попрятались, я говорю, тараканью психологию, попа боятся, а не человека. А вон мы свободно, приезжают баптисты, встречаемся, но и мы им свидетельствуем, что они в ереси, им нет священства благодатного. Вот, Никита, вот так, о, вот понятно как. Ты, Володя, не лезь под колеса к нему. Алло, оглядывайся маленько. Это же техника. Мы еще в городе бы арестовали за такой выхлоп. А тут ему нужды нету. Ближайшая 150 километров фабрика, завод.